знаете, одно или второе стихотворение. А первое стихотворение как раз спел Андрей Васильев. Это элегия «Тихо, сумерки, бабье лето». Поэтому я прочитаю второе стихотворение, из тех, которых собирался. Стихотворение называется «Рисунок». И когда я захотел рисовать, и руки мои потянулись к бумаге и краскам, как руки голодного тянутся к черствому хлебу, я взял бумагу и кисти, и замысла своего, еще не вполне представляя сам, я стал рисовать три руки, растущие из земли, три руки, обращенные к небу, к темным, беззвездным, чернильно темнеющим небесам. Я не жалел ни бумаги, ни красок, ни кисти, ни акварели, то ультрамарин, то охру и умбру, поочередно на кончик кисти беря. И одна рука получилась маленькая, изумрудно-зеленая, как первый лист в апреле, а вторая чуть больше, зеленая с красным, и последняя, большая и красная, как последний лист октября. Я творенье свое разглядывал, еще не вполне понимая, что бы это все означало. Но после я понял, вглядевшись внимательнее в эти руки, растущие как деревца, что они собою последовательно означали начало и продолжение начала и приближение конца. И все это выразилось во мне с отчетливостью такой, как рассветное облако отражается в тихой утренней реке. И я понял, что замысел, который движет нашей рукою, выше, чем вымысел, который доступен нашей руке. И поэтому вовек не будет наш труд напрасным, а замысел праздным, и будет прекрасно то дело, которое изберем, ибо все наши годы — лишь мягкие переходы между зеленым и красным, изменение погоды между апрелем и октябрем. Да, и песня, которая...